Всем привет! Вы на канале SoberVision. Сегодня очередная новинка. И у нас появились Componotus Singularis. Они просто огромные, безумно красивые и суперсложные в содержании. По крайней мере, как говорят другие муравьиные блогеры. Ну что ж, посмотрим. Да не просто посмотрим, а заселим их в наш старый новый формикарий, где жила наша легенда. И вы не ошиблись, ребята, на канале «Новые муравьи». А это значит, что самое время подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Действительно, я решил завести себе новых муравьев, и это Componotus Singularis. Приобрел я их в проверенном магазине в голове у Мирмикипера. Там шикарный выбор интересных муравьев и отличные цены. Ссылочка на магазин будет в описании к видео. Когда я получил долгожданную пробирку, я был приятно удивлен размером гигантов. Они действительно очень крупные, но также меня поразила и их окраска. Шикарные красные головы, золотые брюшки, прикольные волосики делают их одними из самых желанных муравьев среди всех компонотусов. У меня очень крепкая семья, в ней есть даже несколько солдат. Солдаты у сингулярисов заслуживают особого внимания. Размером они практически с матку. Особо выделяется гигантская красная голова и огромные жвалы, выглядят просто угрожающе. Возможно, они были подсажены, ведь в такой немногочисленной семье наличие солдат, как по мне, это редкость. Как только я привез муравьев домой, я сразу их покормил сахарным сиропом. Один из рабочих быстро нашел вкусняшку и жадно начал пить. К нему присоединились и другие рабочие, а аппетит у таких слонов шикарный. Они, как бездонные бочки, могут пить сироп без остановки. Поэтому приходится подливать и подливать его постоянно. А муравьи продолжали пить и передавать другим членам семьи через трофолаксис. Брюшки стали увеличиваться, а это значит, что семья будет развиваться. А у нее, кстати, приличное количество расплода на всех стадиях. Для нормального развития им потребуется белок. Поэтому на следующий день мы дали им придавленного таракана. Его с радостью нашел рабочий и приступил к трапезе. А тем временем из одного из коконов появился рабочий. Его можно распознать по желтой светлой голове. Кроме очень красивого окраса, сингулярисы имеют шикарные волосики, которые хорошо видны на таких гигантах. Куда же заселить таких красавцев? На самом деле у меня оставался один пустой формикарий с огромными камерами для самых крупных муравьев в мире. В нем когда-то жила наша самая обожаемая королева – Мирмеция, австралийский муравей-бульдог, за развитием которого следили и переживали все мои подписчики. К сожалению, мне так и не удалось поднять его, и матка умерла. До сих пор она лежала на арене формикария, и у меня не было моральных сил ее оттуда вытаскивать. Но, судя по всему, время пришло. Пора вынимать ее оттуда и дать развиваться новой семье муравьиных гигантов. Их огромная пробирка была помещена на арену, и я убрал ватку, закрывающую вход. Муравьи не спешили осваивать новое пространство и находились в стрессе, но спустя какое-то время первый рабочий уже бегал по арене. Перед пробиркой я поставил фисташковую тарелочку, в которую налил сироп. Это должно привлечь гигантов. Так и случилось. Рабочий сразу же начал жадно пить сироп, который так ждала семья. Сироп был липкий, и рабочий периодически очищал свои антенны. Бежать назад к своей семье он почему-то не спешил, а продолжал исследовать новое пространство. Его длинные лапы уверенно передвигались по всем поверхностям арены, включая вертикальные. Именно поэтому я загодя сделал жирный барьер антипобега в верхней внутренней плоскости арены. Он должен удержать длинноногих гигантов от нежелательного покидания формикария. А тем временем само гнездо продолжает находиться в гордом одиночестве, пока разведчики еще не добрались до него. Они заняты добычей сиропа. А я все подливаю и подливаю им лакомство в тарелочку. Сиропохлебы могут пить его весь день. Ну а в пробирке его ждут матка, муравьи-няньки и, конечно, личинки. А по желтым головам вы видите, что пока муравьи находились в пробирке, у меня родилось около 5 новых рабочих. Кормление не только сиропом, но и тараканами дает свои плоды.
но рабочие все пили и пили сироп. Особого желания осваивать предоставившееся им новое пространство я не увидел. Ну да, лазил один или два разведчика по арене, и этим все ограничивалось. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Формикарий я убрал на полку и пошел спать. С утра я очень удивился, увидев пустую пробирку на арене. За ночь все муравьи умудрились переехать в гнездо. Скорость переселения меня очень впечатлила. А внутри уже очень комфортно разместилась наша семья красноголовых гигантов. Такой размер камер им самое то. Сюда перенесли весь расплод. Часть субстрата была вынесена на арену. И вообще, я думаю, при увеличении численности они очистят первую камеру от песка. В целом, пока им тут очень комфортно, и семье, я думаю, нравятся эти просторы. Такого объема должно хватить на какое-то определенное время. Все зависит от их роста. У этой семьи есть и первые потери. Один из рабочих умер, и его почему-то таскали внутри гнезда. Хотя я думаю, что вскоре его все-таки вытащат на арену. Найдут место, где у них будет мусорка, и туда будет сваливать все, что они выкидывают. Наблюдать за такими гигантами – одно удовольствие. Я думаю, вам они тоже очень понравились. Не забывайте про мой телеграм-канал. Там все новости о моих семьях появляются намного чаще. В телеграме не только фото, но и видео моих питомцев. Ссылка на телеграм-канал в описании. Скоро, кстати, в телегу я скину очередную свою новинку. И забегая вперед, скажу, что это самые необычные муравьи, которых я только встречал. Совсем скоро вы узнаете, что это за вид. И обязательно видео выйдет на канале. А на сегодня все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск и мои новые красноголовые гиганты. Скоро увидимся, ребята. Всем пока.